Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотического средства карфентанил. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены не только рядовые члены данной группы, но и ее организаторами, которыми оказались 55-летний ранее судимый житель города Калининграда, а также его знакомый 27 лет. Принятыми мерами из незаконного оборота были изъяты наркотические средства героин и карфентанил в особо крупных размерах.